Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 101, упражнение номер 171. Прочитайте, озаглавьте текст. Среди пингвинов есть и драчуны. Однажды один пингвин бежал мимо нашей палатки и налетел на пустой бидон. Бидон зазвенел. Пингвин обратно вернулся и опять налетел. Бидон звенит. Пингвин с криком на него налетает и бьет крыльями. Я пингвина оттаскиваю от бидона, а он мне руки клюет, злится. За камнями жил пингвин-забияка. Он меня всегда поджидал и набрасывался. Вцепится клювом в сапог и клюет, бьет крыльями. Когда я ходил за водой, брал с собой половник. Как забияка налетит, я его половником. Он очень половника боялся. Данный текст можно озаглавить «Пингвины». Объясните значение слова «половник». Половник – это большая разливательная ложка. Поварёшка можно еще назвать. Назовите глаголы, обозначающие действия пингвина. Бежал, налетел, вернулся, налетает, бьет, клюет, злится, поджидал, набрасывался, вцепится, бьет, боялся. В чем различие в значении слов «налетел» и «налетает»? «Налетел» – глагол имеет прошедшее время, а «налетает» – глагол стоит в настоящем времени. «Звенит» и «зазвенит». «Звенит» – глагол стоит в настоящем времени, а «зазвенит» – в будущем. Найдите в тексте глагол, близкий по значению глаголам. Встречаются, бывают. Синонимом к этим глаголам является глагол «есть». Выпишите из предложений только глаголы. Запишем их. Бежал, налетел, зазвенел, вернулся. Звенит, налетел, бьет, оттаскиваю, клюет, злится, жил, поджидал, набрасывался, вцепится, ходил, брал, налетит, боялся. Подчеркните те, которые отвечают на вопрос, что сделал. Что сделал? Налетел. Что сделал? Зазвенел. Что сделал? Вернулся. Налетел. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.